Всех предупреждаю, идет запись, поэтому мата поменьше. User left your channel. User left your channel. А куда все разбежались? Ну, те, кто не может держать себе. Накопленные. А кто вышел? Спорю, что Карамаз. Карамаз стопудово. Дуо, нет? Дули. А? Чё? Ничего, ничего, сиди. Молчи. Я вообще ни при чём. Там сейчас кодиаки будут, скорее всего. Ага, куча. Потому что это тренд. Да, современности. А сколько они там стоят, ребят? Ой, много. Зак, ты где стоять будешь? А я еще не дошел. Батлмастер с розовой спиной, что? Я к тому, что давай будем качаться и альфовать этих кодиаков. По очереди. По ножкам. Да. Давай. Я еще говорю, не дошел. На середке встаю. Я за тобой. Вот здесь в первом стану проходе. Я дальше тебя стану. Цель С, Ягуар. Все самые козырные места уже заняты, я смотрю. Карта. Да. Готов. Ой, 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 ай, ой. Глазовый. Карта. А, пустите. Есть. Там Тимбер еще был на D5. Все. Это последний там? Нет, ушел этот на D4 он. На D4 вместо Винкс. Слушай, визор я пробит, просто в дребезги. То же самое, морковка. Его заберут, я думал. У меня ЦТ. Тоже ЦТ, морковка. Мы отходим? Надо так, чтобы поальфовать еще. Ну, пару альф-то я еще дам, если не сфокусят. Ну, надо стать так удачно, чтобы... А, не дави меня. Его добить не могут, что ли? Интересно. Да он как бы и нахер не нужен. Ну да. Но он морковку чё? Совсем. Чем дольше он сейчас промудится здесь... Тем не скорее он возьмет нормального меха. Все верно. Все понимаешь. А ты ему еще ногу допили, чтобы он пробил медленней.
И оставьте умирать медленно и мучительно. Джекнулся. Вот, все, он нашел кнопку. Он нашел кнопку эджекта. Порт. Мы здесь стоим. Дальше. Заходит. Справа там еще, кстати говоря, со стороны Альфа, я так понимаю. Да? Тело мелькало. На D5 никого не вижу пока. Между F5 и E6. Там. Есть, идут на вторые ворота. Да-да-да-да. Регрупп, товарищи. Это, наверное, будет сплит-пуш, потому что остались на D6 цели. Угу. Две. Ну, они могут с двух ворот просто заходить и все. Так, Зак, я тут смогу встать вместе с тобой или нет. Места мало? Двое только на D... Нет, трое. По сейсмику до хрена. Раз, два, три, четыре. До хрена цели. Где, на Альфе? Да. Пока не заходят, пока чистят. Не-не, прошу прощения, бета, не альфа, бета, ребят. Окей, разворот. Чё вы там делаете? Заходят. Заходят, есть в цели. Чё, у вас там Алекс Тинер? Один Тимбер, еще Арчер. Алекс тут, что такое? Тут битва века. Ох, Альфа Легион против кого-то там. Это о многом говорит. Чё, у вас Алекс идет запись. Это я не к тому, чтобы ты не говорил, это я к тому, чтобы ты говорил. Матом. Но не говорил. Не по-французски. Но не говорил. Ой. А почему нельзя по-французски? Ты это сейчас я захотел. Ну, я рад, что у тебя с потенцией все в порядке, честно говоря. У всех пинг страшный, да? А ты не смотри на него. А страшный он какой? Уродливый. 260. Просто я стреляю, а у меня цель смещается немножко. То есть вот мех, по которому я стреляю, он немножко телепортируется вперед и, в общем, выстрелы уходят в молоко. Неприятно. Так, визор, я за тобой. Угу. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Вы живы еще? Мы как Ленин. Всегда жив. А, ну... Все заспиртованные. Осталось сколько? Три меха. По два. Бля, они опасные эти. Все клазовые. Можете назвать меня ведьмой, но, по-моему, Тандерболт крепче Гроссхоппера. Ну, ты сам себя назвал. Сугубо субъективное, конечно, мнение, но тем не менее. Где еще один? Смотрю, может, налево завернул. О, у них рейнфорс есть. Да-да-да, есть, хрень. Уходим. На D5 по сейсмику еще цели. Там шавка и тимбер должны быть. Блин, у меня только один килл. То же самое. Но ног я оторвал вообще нормально.
Залезла наверху шавка. Да. Ну и пусть сидит там. Перебони. Нормально же стояла. И шторм кроу забежал, за стенкой стоит. Угу. Бедняга. Видишь, на Е5 цель отдаляется. Идет. Я вот вижу, у меня по сейсмику мигают, да, к Е5 перетягиваются. Да. 4 мишени. Неудачно стоим тогда. Меняем позицию. То есть они с альфа полезут же? Опять сплит-пуш. Тело через бету, но не выходит. Тиран, возвращайся. Да, выходит. Возвращайся, говорю. Возвращаюсь. Шестеро, по-моему, прошло. Или пятеро, или шестеро через бету. Все еще идут. They're pushing Charlie 4. Что, есть кто еще справа? Нет, убили. Да, убава. Блин, друг нету. Монотоник. Два раза. Еще два раза. Простите. Кто на батле? Я. Yeah. Пытаюсь спрятаться. Извини, я тебе помешал. Прячься. Да, уже все. Фак. Надо слить мне эту херню. Правильно. Да. User join your channel. Арта на тебя, Карамаз. А, он не слышит. Альфа ворота, я думаю, будут туда заходить еще. Да, есть цель. Через альфу пошел на гены. И еще один туда перетягивается. Еще, лайты, ребят, осторожно. Окей.
Блин, время 12 часов, дверь звонят. Сейчас я. 11 только. Еще один там. Да правильно, давайте меня свои добьют. Не доставайся же ты никому. Я знаю, что вы добрые. Порой даже слишком. Во-во-во, заходят. Дофига-то. А нас что-то мало. Вот и я о том же. Выходят. О, взорвали мне медаки. Как ты выжил? Я не понял, 3 альфа ему в ЦТ. Время 12 часов. Знаете, что у меня соседка сейчас спросила? Кувалду. Какая у тебя интересная соседка. Она тебе тонко намекнула, а ты не понял. Она слишком старая. Слушай. Ты еще и выбираешь, да? Не говори-ка. Зажрался мальчик. Невежливо девушке отказывают. Там лет 70. Какая разница? Может, это как последний раз будет, представляешь? Не хочу. И потом кувалдой по голове. Ну, правильно. Бля, я добежать хочу. Походу зря. Че это тут бегает, слава Украине какой-то, чувак? Чего? Желтый синий. У нас политкорректный ролик. А я ж ничего не говорил плохого. Вот и не говори. Я сам хохол наполовину. Куда деваться-то? Украинец, хотел сказать. А, господи. Красиво поймали его, да, Зак? Вообще. Хороший кадр заснят. Так я только подбежал, и он присаживается. Так это он альфу в воздухе от меня получил, и от тебя еще наверх. А у меня 3 медпульса всего на спайдере. Ну чё, дамага мало. О. Надо еще раз Зак сыграть, наверное. Не, я все баньки. Ну что с ним делаем, удаляем или что? Оставляй, закинем. Ну другого.